Всем привет, ребята, с вами Крис, и сегодня я продолжаю играть в игру Shadow of Dead. В прошлой серии я прокакал пустую, блин, 1000 этих, так обидно, прям не могу, так обидно. Я тут на плюсик, вон, мы решим нажать сейчас, может быть, тут можно как-то это, рекламу там будет потом посмотреть. Нет, нельзя. Нельзя, ну и ладно. Придется тогда мне как-нибудь вот так вот делать. Так обидно все-таки. Ладно, пойдемте тогда мы на этот, на вызов, арена, офигенно. И, блин, что-то прокачать в инвентаре. Например, этот офигительный меч. 3000 урона, 3100 урона, 3100 урона, боже мой. 3100 урона. Нельзя. Ладно, все, погнали. Мне нужно... Нет, не башня крови. Башня крови мне нафиг не нужна. А вот арена мне еще как нужна. Потому что мне осталось чуть-чуть. У меня будет сильвер 5. Получается, да, сильвер 5. После него будет сильвер еще какой-то. Ну и так далее. Эх, капец, не повезло челу. Ой, чел. Да, бейкапс, да, просто я тебе отвечаю. Я там одного чела тут раз пожалел. Да хватит уже, ну я тебе один раз долбану, и тебе жопа будет. Просто чекаю. Кто я, с какой стороны? Ну, пусть поударяет. Ну, типа, пусть он поймет то, что мне просто насрать. Его моя собака жрет. Я могу ничего не делать, его моя собака сожрет. Его моя собака сожрала. Зачем что-то бить, если просто собака сама по себе сожрет его? О, сразу призывная звезда, нормально. Собака красава. Список наград, я забыл забрать награду. Ну ладно, пофиг. Кто против меня? Покажите, кто. Нормально. Мне может быть жопа, кстати. У него паук, у меня собака. Собака сожрет паука. Наверное. Я тебе дам, у меня тоже такая способность. На, у меня потом... Да кто я, где я, ё-моё? Почему я не могу вот эту способность ударить? Ну, все нормально. Я уже думаю, что за херня происходит. Я паук жрет. Его паук мне до сих пор жрал. Так, окей, нормально. Вот список наград. Что это такое? Вот это нормально. Во! Спасибо. Я благодарю. Ни хера тут дают нормально. Я забыл уже, что так до хера тут дают. Так, руны. Давай покажи мне еще за руны. Одна такая, другая экстрат. Ну, экстрат, они мне мало их очень. Все, сейчас главное не просрать. Вот я нажимаю купить. Мне то же самое выпало. Я только что это получил. Ну, я в тот раз просрал тупо впустую. Ну и что вот это? Ну и что это атака плюс? Ну, этот раз было на 700. Улучшить, я хотел улучшить. Я улучшить нажимал, ё-моё. О! И чё? И чё улучшилось? Ладно, фиксим. Место первое, пусть будет здесь у меня. С ней сколько будет? 4. Нормально. Я в любом случае я буду пытаться выбить еще больше чего-то крутого этого из древней этой херни, потому что прям хочется вообще дохрена. Чтоб прям вот дохрена было урона. Пошли, короче. Да не башня эта фигня, это вот эта вот имба. Там и список наград дохрена дают, и здесь дохрена дают. Вообще же имба полная вообще. 5800 против сколько... Да чё вот дисбаланс какой-то пошёл, а? Дайте норм дисбаланс. Мне хочется побыстрее дойти до серебро 3.
Очищайся сразу вот это вот. Вот так вот, вот это нажать. И потом просто добивать, да? Ну да, это типа просто такой добивной приемчик. Не надо. Я что-то нажал, на какую-то херню здесь, которая мне... Да в смысле, ну хватит, ты чё, алё? Сумасшедшая, ненормальная херня. Начала мне своей херней кидаться. Вы впервые достигли новой лиги. В смысле, впервые достигли новой лиги? Какой новой лиги я впервые достиг? Я лиги он несколько раз уже достиг. Он мне что-то еще дали. Еще что-то дали. Я пойду посмотрю, что мне дали. Мне аж интересно стало, что это такое. Это же тоже, да? О, это тоже. И что он делает? А если на второй... Ну это имба, это просто имба. Но я не знаю, что это за имба. Я просто не знаю, что это за капец. Какой-то имбовая имба какая-то. Просто реально лютая. Какие-то эти дают. По сути, у меня типа вот... Куда я это потратил? Так, у меня есть что-то? Нет, ничего нету. Мастерство или куда я что-то потратил? О, сюда вот. Если сюда добавили, то мне еще, да, тут? Ну, давай. Нормально. Что у меня еще есть? Зеленый, выживание. Где это? Сюда? Нормально. Пойдет. Прокачал немножечко. Так, что тут еще будет? Капец, тут дофига всего интересного, блин. Просто зашел, понравилось играть эту по серии, спилю одни за другими. Главное, короче, все эти выполнить. Просто все, да, я вообще все до единого выполнить. Так, 6 тысяч. Ему мне уже 6 тысяч, мне было только что 5, уже 6 тысяч. Это похоже, еще только против меня вроде играло. Ну, это какое-то ненормальное. Мне это не нравится, это такие ненормальные. Ничего не могу сделать, эй, ты чё? Нет! Ты мне всё собьёшь нафиг, а ну сдохни! Как я убил? Вы же видели, да, сколько у меня хп оставалось? Не пищи. Видели? Или не видели? Как я это сделал? Я не понимаю, я просто типа начал тыкать на все кнопки подряд и просто убил, серьезно, я в офиге. Нормально. То есть, если будет так продолжать, сейчас за две катки выполню вот эту вот фигню. Да что это за, ну что за дисбаланс, что так люто-то? Мне сколько, 3 раза всего вроде дали, которые слабее меня, или 4. А против меня, которые офигенные такие, каждый раз дают. Ну, я ничего сделать не смог, он мне даже не дал ничего сделать. Это Unreal, потому что... ты чё, ты что, у меня эти нельзя, алё? Я думал, не будут ничего снимать. Я думал, типа, это, бывает так, ничего страшного. А чё так-то, ёма? Давайте нормально до баланс, ёма. Более-менее хотя бы что-то. Будет фигово, если не получится нормально отыгрывать. Давай. Вот это быстренько, вот это быстренько. Все, нормально отыгрался. +1 получается. Только +1. Но и хотелось бы, конечно, +2, потому что +2 это намного клевее. Но +1, так +1. Ема, какие лютые. Нет, иди нафиг, все. Да нажмись, тупой дебил, блядь, что ты не нажимай, ну господи, ну блядь. Ну так все хорошо начиналось, так какого хера, все надоело, не хочу больше играть. Херовая херня, блядь. Тут, блин, ты один раз выигрываешь, один раз проигрываешь. В тот раз я хотя бы +2 хавал, тут +1. +1 неинтересно, не хочу +1.
Фиксим на это, пойду другое выполнять. Так, экипировку 160 раз надо улучшить. А у меня есть что-то такое, чтобы улучшить 160 раз. Есть какие-нибудь доспехи? Блин, не знаю, какие-нибудь. Такие бы, блин, надеть какие-нибудь, которые фиговые такие. И просто вкачать бы их быстренько много раз. Просто у меня ничего нет такого. Ну вот это вот покачаю немного. Тоже недостаточно. О. Нормально, все. Сколько еще надо? Блин, еще 29 раз. Так. Ну, блин, все время дивизион один. Здесь скажут голд, да, добиваться, блин. Ну, блин, золотого дивизиона. Ну, что, с ума сошли? Я так не смогу тогда забрать, получается. Алло, блин. Нехорошо тогда, блин. Нет, тогда не смогу. Ну, вот же не задача. Вот не повезло. Тогда пойдемте проходить этот. Так что надо чуть-чуть осталось пройти. И все. Ну, вот так вот изи просто всех разматываем. Так, на, и все. Может, за эту серию можно попробовать это пройти полностью кампанию. Пойдут. Че это такое интересно, че это они за херню кидают? Все, что ли, так быстро? Ни хера себе. Так быстро, настолько прям быстро, прям вообще капец. Они тупо пытаются что-то своими этими вот этими херовыми кидаться, блин. Впиявил, зараза. У меня что-то есть? Что это такое? И что оно делает? Типа урон до хера, что ли? Что оно делает? Урон, видимо, то, что там что-то такое стоит у меня. А что если все сразу перетыкать? Я хочу все сразу перетыкать. Блин, не получается. Хотя прям все сразу. На одном месте все сразу. Было бы прикольно. Ну и все. Это вообще изи, прям. После как эти, как семечки щелкаю так вот. И прохожу на быстром уровне. Фига себе, вот как хорошо, что я сразу убил это. Вот сейчас эти, блин, до хрена бы повылезало. Не понял прикол, ты чё? Быстро, блин, как-то. Вообще всё быстро. Нормально. Оп, быстренько. Попы, цимпол. Вот так вот, на, и все. Я думал, все, блин, тут еще один вылез. На. На, и все, нафиг. Все есть? Блин, я думал, там кто-то есть. Все. Ой, 15 уровня достиг, нормально. Высокий вал.
Я этим вообще ничем не пользуюсь, куда еще больше мне кнопки. Я вообще с ума сойду на все кнопки подряд тыкать. Ты ж с ума сойдешь, это, блин, на все кнопки подряд нужно тыкать. Red Armor, нормально, что-то ну, такое какое-нибудь синенькое, реденькое такое. Да не в ту сторону, я так и знал, сейчас херней какой-то замается этот дурак, блин. Надо было в ту сторону, сейчас бы идеально просто. Просто все бы разом. Но нет. Так, этот минус. Блин, надо бы... Так вот, опа, почти. И где кто? А вот, все. Плюс 20 кристалликов язычных, плюс 3 звездочки. Это у нас будет сейчас пятое. Нет, я, наверное, не вывезу еще, блин, один проходить. Я просто уже вот так устал, блин. Три серии подряд, или какая-то, или четвертая. Я уже фиг знает, я уже сбился. Я уже не помню, как я хотел вторую часть назвать. Надо будет... Ну, первую я помню, как я хотел назвать. Я ее хотел назвать «Нужно больше кристаллов». Потому что прям вот вообще лютая фигня. А чё ты такой лютый-то, э? Чел, ты чё? Так, блин, тебе пока дождёшься, сука. А, это был типа мини-босс, что ли? Нормальный, кстати, нормальный мини-босс такой. Так, нормас, расколбас. О, фига себе, у меня внизу подо мной плавал какой-то крокодайл. Нихера себе. Типа это усложнение такое, да? Ты охренел меня трогать, эй? Этот крокодайл задолбал меня уже. Все, да? Нормально. Так, новое какое-то. Doom, Бринжер, что-то какое-то клевое. Прям выглядит офигенно. Но оно не явно мощнее моего, потому что мое это редкое, это рарочное такое, типа. Сегодня что он там выполнял, убейте кого-то там. А, типа, подожди. Я, короче, понял, походу, нужно это выполнять вот эти задания, которые у меня слева. Если я все это выполняю, наверное, у меня из-за этого и вычисляется, наверное, сколько звезд мне дают. Либо я фиг знает. А, вот где. Достичь цели, пройти за 120, полученный урон не превышает. Понятно, все ясно, понятно. Так, получается, еще осталось два. Вот это сейчас проходим, и два остается. Ну так, в общем, три осталось.
Нормально. Где быстрее? Да, вот он где. Да ну ты а уже хрен пойми, куда лететь, а? Что ж тебе так все время не имется-то? Ну вот этот чел мне прям не нравится, он какой-то неубиваемый стал. Я убиваю, ему пофигу, блин. Сколько него не всобачишь, блин, этих урона, блин. Ему пофигу. Будет фигово, если какой-то прям очень лютый чел будет против меня такой же играть. Только в несколько раз лучше, потому что это уже будет очень трудно его одолеть. Надо, получается, более какие-то крутые эти мечи выбивать. Ну, все нормально. Получается, сейчас будет финально и все нафиг. Победа. Эта серия наконец закончится. А следующая, я не знаю, когда буду выпускать. Пока фиг его знает. О, какая херня вылезла. Болотная. Говно болотное. Нафиг мне настройки. Ты чё сделал, эй? Ты чё мне всё закрыл-то? Ну и всё, тупо добиваю. Говорю, добивай, всё, победить Карел Нага. Ну и всё-таки слабенькие. Я думаю, будет это посильнее. Там он против меня какая-то жирная херня играет всё время. Вот она реально сильная. А эти херня какие-то не сильные, вообще слабые. Ну все, получается, прошел я. Открываем, дают меч, открывают, дают 200 кристаллов, 50 тысяч нормально. Ну что тут осталось? Раз, два, три, четыре. Всего тут 4, поскольку пишет 5, фиг знает сколько. Задание достижения получить. Опять этот меч, он мне везде уже дается. Ага, так. Испытания забрать, точнее получить еще одно, нихера вы мне нового давали. Это я не знаю, как я получу. Ну, короче, нормально. Руны мне дофига, кстати, дали. Мне вот здесь, вот один здесь, а здесь нет. Что тебе надо? Рейдовый босс, что это? Можно только не надо его сейчас. Не буду пока что, ну нафиг. Инвентарь там мне сейчас до хрена будет. О, все синее теперь у меня. Вот если бы раньше мне такой выдали, я бы офигел просто, насколько он имбовый. А сейчас, не, сейчас, о. 3100. А в общем, у меня так 6 косарей, нормально. У меня шлем, кстати, хорошо, не профукал. Так, экипировать, все нормально. Все, это можно улучшить тогда, получается, как раз-таки там, наверное, задачку повыполняю. 917, нормально. Сколько там надо? 1000. Еще 10 раз, нормально. Умение. 2, ну... А, во, высокий вал. Я его не пробовал, кстати. А, тут тебе оружие надо выбирать, да? Просто я бы, наверное, попробовал за место вот это. Вот это, как это? Прокачать его. И как его поставить-то? Купить? Что купить?
Не надо покупать. Ой, испытать навык можно. Что это за навык, интересно? Так, вот этот. Так, а в смысле? Мне ничего не изменилось. Так, а нах... я, блин, потратил денег-то, ё-моё. Вы мне дайте это попробовать, навык новый, вот этот. А ты мне сделаешь, чтобы он... О! Нет, это слишком имбовый. Вот так вот. Теперь испытать навык. Сейчас посмотрим, что это за навык. Если фигня, значит фигня. Я надеюсь, не фигня. А, это какой-то добивалка. Я немножко сбил ее. Собака, погоди. Надо еще раз попробовать. Сейчас попробую так. Три. Собака с ума сошла, не туда бьет. Значит, раз, два. Два, значит, я бы все, я понял. Ну, типа нормально, пока оставлю. Нормально. Пусть стоит, подтвердить. Все, пусть так будет. Итак, значит, магазин карт. Заходим на древние. Да, на древние ведь заходим. И попробуем еще раз что-то крутое выбить. Кстати, это вроде оно. Вроде мне повезло, я понял. Сейчас проверим. 600. Ну это, ё-моё. Фигня. Да. Не повезло, короче. Что тебе надо? Есть там что-нибудь мне это прокачать? Один. 5 что-то не высветилось. Вроде еще раз могу. Нет, больше не могу. Ну все, в общем, я уже заколебался играть. Я тут уже вообще капец наигрался, блин. Вообще дофига наигрался, блин. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Вы смотрели это прохождение? А я пошел отдыхать, то, что 3 серии подряд записал, или 4, это очень много, по полчаса. Всем удачи, всем пока.